Всем большой привет! Меня зовут Наташа. Сегодня будет обзор вот такого вот рождественского бьюти-бокса. Я его заказывала на 220 ЛВ. Сейчас я вставлю название его. Да, он рождественский, но мне просто хотелось попробовать вообще какой-то косметический бокс. Набор я брала от Дугласа когда-то, но мне он очень понравился. Давайте посмотрим, что же здесь. Я его уже распаковала. Вот такая вот груда косметики. И давайте я вам сейчас все покажу. Первое, что видим, это тени. Дальше у нас будет вот такая вот помадка на губы. Такой как... Ну, как крем на губы, я даже не знаю, такой вот красный он такой. Ну, ничего, надо будет пробовать. Буду пробовать. Дальше вот такая вот помада такого розовый нюд такой цвет. Очень интересный, кстати, цвет. Такой вот карандаш для глаз. Черный графитовый такой, немножко сероватый даже. Дальше еще одна помадка в виде звездочки такого розового тона. Бренд я не знаю. Наверное, какой-то латвийский. Не знаю. Такой бренд. И еще одна помадка. Это уже более розовая. Это у нас румяна, такие вот розовые. И вот так вот они сзади, такой вот номер и цвет. А нет, немецкая косметика. Первый раз такой слышу. Наклейки для ногтей. Вот такая вот маленькая пилочка с эмблемой, немножко потертая. Вот такая вот насадка для педикюра. Одна. Такая вот помада. Это, мне кажется, блеск для губ. Такой, очень я люблю. Вот такой цвет, да, я люблю, но они очень маленькие. Похоже, что это не полный размер. А может быть и полный, не знаю. Вот такая вот розового цвета. Тоже блеск для губ. Тоже маленький, как бы кажется. Может быть, тоже как пробник такой. Вот. Такой упал. Сейчас подниму. Вот такой вот карандаш для губ, он такого красноватого цвета. И хотела сказать, что набор я покупала за 18 евро. Такая вот розовая, более яркая помада. Вот такие вот тени. Цвета интересные, как бы, но я не пользуюсь просто тенями, я их не люблю. Вот такие вот нюдовые. Еще одна пудра. Ну, или румяна, такая вот более розовая, такая малинового цвета. Вот такой вот сзади. Вот такое вот зеркало. Маленькое. Я там снимаю. Вот такая вот кисточка, видимо, для пудры. Точилка для карандашей. И кисточки для макияжа. И вот такой набор. В принципе, неплохо, но я ожидала большего.